26 апреля в Великолукской центральной библиотеке прошел семинар «Судей Южной зоны Псковской области». В этом семинаре приняли участие не только федеральные и мировые судьи Великих Лук, но и 10 районов региона. Алексей Жупанов, председатель уголовной коллегии Псковского областного суда, отметил, что в понедельник аналогичный семинар был проведен для судей северной зоны области. В Великих Луках судьи коллегиально рассмотрели вопросы уголовного и административного законодательства. Служители закона обсудили актуальные проблемы рассмотрения материалов об избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, применение нового закона, усиливающего ответственность за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. Дискуссия о гражданских делах развернулась вокруг защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и финансовых услуг. В том числе была затронута тема поручительства граждан по кредитам.